в спортивно-концертном комплексе имени Виктора Блинова прошли традиционные праздничные мероприятия в рамках губернаторской елки. Новогодние представления посетили юные омичи из 32 муниципальных районов и областного центра. С наступающим праздником мальчишек и девчонок поздравили глава региона Виктор Назаров и министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Александр Фабрициус. Я хочу вам всем пожелать, чтобы ваши заветные желания в эту новогоднюю ночь сбылись. Чтобы вы всегда были такими же жизнерадостными, красивыми, обаятельными. Чтобы вы всегда слушали своих родителей и уважали старших. Ну и, конечно же, как мы с вами договорились, учиться только на 4,5. А я теперь буду проверять в школах, смотреть, как вы учитесь. Запомните, пожалуйста, это. Ну а я хотел бы пожелать всем счастья, добра, улыбок, радости. И чтобы вы всегда приходили к нам в гости и встречали как Новый год Деда Мороза, Снегурочку, так и в следующем году всегда приходили, занимались спортом и были счастливы. Еще раз с праздником, с Новым годом, уважаемые ребята! В этом году на Ледовой арене спектакль «Отважная Герда» по мотивам сказки «Снежная королева». Спасала Новый год отважно, ничего не боясь, и преодолевала любые препятствия. Ну, представление очень понравилось, такое красивое, да еще и на коньках. Видно на лицах детей улыбки, мы думаем, что понравились. И большое спасибо артистам, которые показывали это представление. Было очень здорово. После сказочного представления каждый малыш получил сладкий подарок от губернатора.